Так, ну начался у нас следующий этап покраски. Будем красить на борту вот части по правому борту и по левому, верхние. Именно вот эти боковые части будем красить со следующего закода. Так, еще будем отдельно арки красить и внутри кокпит. Будем делать это все постепенно, потому как за один раз возможности у нас сделать это нету. Так, вот наша звезда канала Екатерина. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам. У нас обеденное время. Чем вы сегодня занимались, Екатерина? Расскажите нам. Целый день пьем кофе. Жрем пирожки из кофейни. Загораем на верхней палубе в катере. В общем, отлично проводим время. Смотрите, пот с лица. Ну, Катерина, а если серьезно? Только что, как из сувенирной лавки запакованная лодка. Наших рук дело. Сегодня у вас предстоит ответственный момент еще, да, Екатерина? Как меня уверяют, дипломная работа будет. А что вы будете делать? Помимо того, что красить лодку, еще и будем красить крышки к этой лодке. Да? Лючки рундуков называются. Лючки рундуков. Вот, да, сегодня Екатерина будет знакомиться с покрасочным пистолетом, с его работой, с его тонкостями его работы. Ну, ничего. Дел не в проворот, отключаемся, до новых встреч. Вышло.